Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня с новой серией на проекте Родина Олиплей Центральный Округ. У них здесь Кирюха Полканов, не забывайте увидеть по ним презентации. Также можете увидеть мой промокод, вся информация есть в описании под видео. Сегодня, пацаны, у нас будет новая серия, мы пообщаемся насчет глобального обновления. Также я вам покажу новые машины, которые я себе купил, они очень интересны. Также я купил новые номера на них. Короче, пацаны, серия будет интересная, поэтому смотрите от начала до конца. Для тех, кто не знает, я сейчас работаю, получается, в реальной жизни, поэтому видосы выходят редко, но буду делать, стараться стримы хотя бы как минимум, потому что я работаю с 7 утра до 6, до 7 вечера бывает, поэтому для меня снимать это очень сложно, потому что нужно сначала записать видео, потом смонтировать там и так далее, и тем более я бывает работаю вообще без выходных, поэтому времени у меня монтировать, снимать нету, поэтому кому интересно, кем я работаю, чем я занимаюсь, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка есть в описании, вот реально всем стоит подписаться на инстаграм, потому что я буду стримы проводить в инстаграме, покажу как мы работаем, чем мы занимаемся. Реально подписывайтесь на мой инстаграм. Итак, пацаны, короче, мне подарили вот такой замечательный скин. Я не знаю, какой он называется, но стоит он примерно 10 миллионов. Раньше такие скины, я помню, продавали по 20 миллионов. Большое спасибо Джонни Прайту, он же Ваня Зайцев, который подарил мне этот скин. Я, пацаны, перепарковал свои машины, потому что на данный момент как бы происходит вайп на серваке, ну, на всех серваках Родины. И все дома, бизнесы, квартиры все проданы. И покупать их смысла нету. Поэтому я как бы машины припарковал в очень интересное место. И я припарковал их, пацаны, в шахту. Да, именно вот сюда я их припарковал. Вот здесь стоят все мои машины, которые я себе купил, которые у меня есть. Также на них я купил номера. Ну, короче, пацаны, потратил я сегодня на стриме где-то 13 миллионов. Потому что лям 200 я раздал пацанам. А не, лям 400 я раздал пацанам, получается. На остальное я потратил бабки именно на машины, номера. И у меня еще осталось, получается... лям остался у меня. Ну, в принципе, нормально. Я очень, пацаны, доволен, потому что я купил себе, во-первых, Теслу с лаунч-контролем, потому что, ну, найти Теслу с лаунч-контролем, конечно, можно, но не так уж и легко, как хочется. И она просто реально охуенная. Я ее в розовую покрасил, чисто по приколу, пусть она будет такая. Просто в черный красить это сильно банально было, в белый как бы тоже не хотелось. Также на эту машину я купил себе номера Мур 998. Да, конечно, это не Мур там семерки, не Мур восьмерки, но тоже неплохо, я считаю, типа Мур 998 тоже неплохо смотрится, номера прикольные. Номера я купил за 700 тысяч, по-моему, если я не ошибаюсь. Поэтому номера хорошие. Или за 800 тысяч, я точно не помню. Потратил я, получается, на эту тачку 7 миллионов, примерно, плюс-минус. Тачку я купил, по-моему, за 6 миллионов. И номера купил тоже отдельно. Не, ну тачка реально пиздатая, пацаны. Ее не нужно заправлять, здесь лаунч-контроль есть. Я вам чуть позже покажу, как она едет. Также я себе купил вот такую вот машину. Честно, я ее первый раз вообще увидел у кого-то. Как бы я на этой машине ездил, я сам себе ее спавнил. Но у кого-то я эту машину вообще первый раз увидел. Название, конечно, у нее неправильное. У нее название Mercedes-Benz A45. Но это совсем не Mercedes, как бы это Audi. И я таких машин вообще не видел просто. Но реально, это первая машина, которую я увидел вообще на серваке у кого-то. Именно вот эту Audi. Это Audi RS5. Конечно, ей это нахреново, но она красивая, я из-за этого ее купил. Также отдельно на нее купил номера за 800 тысяч. Ну реально, номера тоже пиздатые. 3 Ольги, 383. Ну просто, пацаны, охуенно смотрится, согласитесь. Но номера пиздатые, диски я поставил хаманы. Но внешне мне это Audi очень нравится, RS5. И вот здесь рядом стоит RS7. Короче, ну я реально очень доволен. Ну смотрите, как это смотрится, блин. В бункере чисто такие тачки стоят. Две аудюхи, получается. Потом ламба. Потом, получается, Тесла. Кстати, ламбу заменят, получается, в новом модпаке. Она будет вообще такая пушка, просто пиздец. Поэтому я ее продавать не буду, пусть она у меня будет. Я жду просто уже глобалочку. Она должна совсем уже скоро выйти, на этой неделе, я думаю. Не, скорее всего, на следующей. Это все на суббота, да, по-моему. Я сегодня вообще должен был на работе быть, по сути, а не записывать для вас видосики и не стримить. Но, как бы, пошел дождь. Я позвонил, пацанчик забыл, получается, телефон дома. В итоге я на работу не поехал. Ну что ж, давайте вам покажу, какие это пушка, гонка просто. Блин. Вот реально, пацаны, увидите Теслу с лаунч-контролем, покупайте, потому что это пиздец, пацаны. Вот, мне кажется, это самая лучшая вообще машина на серваке, потому что ее не нужно заправлять. Она едет 250, по-моему, 6. Как бы, реально, машина просто пушка. Особенно с лаунч-контролем, на ней можно такие чудеса просто вытворять. Но реально, смотри, как она просто ускоряется. Она ускоряется много быстрее, чем RS7, которую я недавно купил.
Но я ее продавать пока не буду, раз седьмую, потому что, ну, она тоже пиздатая, типа, ну, она нормальная. Единственное, что мне осталось, это купить, получается, Титан VIP, чтобы я мог иметь 5 машин. И купить себе Раптор с лаунч-контролем. Вот единственное, что я хочу купить, это еще Раптор с лаунч-контролем. Но для этого нужно сначала купить VIP-ку и найти где-то деньги, чтобы этот Раптор купить и найти потом Раптор. Я пытался найти Раптор, как бы. У меня был выбор, либо купить Раптор, либо какую-то другую машину. И я увидел на Анашане, получается, Mercedes вот этот. A45 AMG, но на самом деле это Audi RS5. И как бы я решил ее купить, потому что, ну, она симпатичная такая, типа, редкая, я так понял. Ну, хуёво, конечно, да, она едет, но, в принципе, мне пофиг. Как бы пусть стоит, просто глаз радует и все. Так, давайте сейчас включим лаунч-контроль, немножко прокатимся. Не, ну пиздец, что нормально, да, 256 у нее максималка, типа, ну, это охуенно просто. Я не помню, какая максималка у Ламбы, но, наверное, такая же примерно. Ну, прикиньте, Тесла ебашит, как Ламба почти. Тем более, здесь тоже лаунч-контроль есть, как бы номера стоят. Ну, реально, тачка огонь, пацаны. Вот, получается, этот Мерседес, но он реально по управлению очень хреновый. Я надеюсь, то, что в глобалке его заменят какую-то другую машину, либо хотя бы изменят управление, потому что с места он реально просто шлифует. Ну, потом нормально, да, разгоняется. Максималка у него, я не знаю даже, какая 189. Ну, видите, она очень долго разгоняется. Максималка у нее 197, короче. 197 максималка. Да, максималка в принципе неплохая, но я купил эту машину чисто ради внешки. И вот эти номера на нее очень идут, я их тоже отдельно покупал. Как бы эти номера на Тесле другой стояли, я нашел чувака, выкупил у него номера. Ну реально, блин, ну симпатичная машина, согласитесь. Ну что ж, пацаны, вот такое вот получилось видео, надеюсь, оно вам понравилось. Да, но не особо информативное, там, про глобалочку. Но видео уже про глобалку, пацаны, готово, получается. Третья серия выйдет уже скоро, и в третьей серии уже точно скажут, когда выйдет глобальное обновление. Но мне кажется почему-то, что оно выйдет уже на следующей неделе, потому что сегодня уже, по-моему, 22 число. Либо в начале сентября выйдет это точно, либо, получается, в конце этого месяца выйдет глобалочка. Очень ее ждем, надеемся, что все будет хорошо, будет максимально меньше багов, потому что баги мы не хотим, чтобы они были. Да, я уверен, то, что вам тоже надоело ждать глобалку, но, пацаны, лучше пусть они сделают ее хорошо, чем выпустят дерьмо, которое они потом будут полгода фиксить, понимаете? Допустим, так же, как на Мазинке, как бы глобалку делали долго, но в итоге они выложили эту глобалку, и там было багов просто пиздец, реально. Очень много багов было. Понятное дело то, что, ну, как бы это все не протестируешь, как бы, ну, понятное дело то, что баги будут, это само собой. Но на Мазинке их настолько много было, что это просто, ну, это реально пиздец, пацаны. Очень много багов, даже до сих пор не могут пофиксить некоторые баги, которые еще вышли с глобалкой. Задний ход на Мазинке не могут пофиксить, потому что у тебя то машина задним ходом 10 едет километров, ты заходишь в интерьер, она у тебя потом едет 35 километров. Ну, типа, это баг, пацаны, это нужно фиксить. Если вы хотите, чтобы она ехала медленно жопой, то сделайте, чтобы она всегда медленно жопой ехала. Как бы, я не говорю то, что Родина идеальный проект, на Родине тоже есть баги, даже сейчас. Но лучше подождать, пацаны, долго глобалку, там, ход, чуть больше, но чтобы она была хорошая, где меньше всего багов было, и чтобы все хорошо работало, и чтобы мы были довольны. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.